А вы в курсе, что в Краснодарском крае проживает около 1 миллиона детей? И 1% из них – это дети-инвалиды. Особая категория таких особых детей, которые нуждаются в особом внимании и заботе – это дети-аутисты. Вследствие заболевания они испытывают значительные затруднения в социальном взаимодействии и общении с окружающим миром. Какие в Сочи есть ресурсы для реабилитации детей с ментальной инвалидностью, попытаемся выяснить сегодня. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе». Я Ольга Десятова. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. И мне хотелось бы напомнить, что в Краснодарском крае действует краевая целевая программа «Дети Кубани». И один из ее пунктов – это обеспечение прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на полноценное участие в общественной жизни, получение качественного образования всех уровней и социализацию. И как реализуется это право для детей-аутистов в Сочи, мы сегодня спросим у гостя нашей программы. Председатель правления Краснодарской краевой общественной организации «Просветительный медиа-центр «Православная Кубань» Владимира Рябцева. Владимир Геронимович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли в нашу программу. Ну, прежде чем начать разговор конкретно уже о центре «Православная Кубань», хотелось бы узнать немного вашу историю. Как вообще в вашей жизни, когда вы впервые услышали слово «аутизм» и почему вообще встали на этот путь помощи детям с расстройством аутистического спектра? Ну, с проблемами, связанными с детьми, значит, аутистами и с детьми с сенсомоторной аллергией, я, в принципе, знаком 20 лет. Но основными вопросами, связанными именно с аутизмом, я занимаюсь где-то 7,5 лет. Потому что у меня ребенок, которому 9,5 лет сейчас, то есть он тяжелый аутист, то есть он сегодня ему 9,5 лет, он не разговаривает до сих пор. Значит, и поэтому несколько лет назад, когда возник вопрос о том, что необходимо каким-то образом в этом направлении искать пути решения, то мы в Сочи стали объединять родителей, которые занимаются этой проблемой. На сегодняшний день в Сочи 3 общественных организации. Значит, «Инклюзия Сочи» в Адлере работает, «Православная Кубань» и «Радуга Сочи», которые объединяют родителей детей-инвалидов с расстройствами аутического спектра и похожими проблемами. Все эти организации на сегодняшний день занимаются вопросами в разной форме и виде поиска решений данной проблемы. Значит, мы пригласили год назад сюда Сергея Алексеевича Морозова, кандидата биологических наук, который провел здесь курсы для работников образования города, воспитателей детских садов, специалистов интерната. С родителей, то есть около 70 человек у нас в городе получили повышение квалификации 72 часа, и в принципе с этого момента можно считать старт программы в городе Сочи, работы именно вот более, ну скажем так, уже с элементами профессионализма в этом вопросе. То есть активная работа началась с прошлого года? То есть это год, да, год. При этом, значит, мы нашли понимание в администрации города у Ирины Васильевны Романец в том плане, что эта проблема поставлена, ее стали обсуждать, по поводу нее стали проводиться различные совещания, стали подключаться и объединяться усилия различных структур города в этом направлении. Причем я могу сказать так, что на сегодняшний день в Краснодарском крае только в Сочи этой проблемой занимается именно на уровне, вот, когда идет объединение усилий Сочинского государственного университета, администрации города, родительских сообществ, других городов, включая Краснодар, пока на сегодняшний день эти вопросы достаточно находятся на сложном уровне. Хотя в Краснодаре тоже есть определенные структуры, которые профессионально этим занимаются, безусловно, там наиболее подготовленные медицинские кадры. Но если брать в целом комплекс работы, то на сегодняшний день за счет активности родителей города мы сегодня имеем возможность такую, когда Сочи может стать такой площадкой по работе с детьми с РАС на юге России. Не только в Краснодарском крае, но и по всему югу. Потому что, в общем-то, картина такая же. Мы выясняли и по республикам Северного Кавказа ситуацию. Там, конечно, тоже ситуация очень сложная в этом направлении. Все детей возят в Москву, там, в Питер, и поехали. В общем-то, на месте ничего вопросы никак не решаются. А как появился социально-просветительный центр «Православная Кубань»? Когда вообще возникла идея, когда он уже начал свою активную работу? Значит, центр мы открыли в октябре прошлого года. Значит, мы готовили его открытие 3 месяца. Мы подготовили помещение. Значит, почему он называется социально-просветительный? Потому что у него 2 задачи. Первая задача социальная – это работа с детьми-инвалидами. И мы создали условия, при которых сегодня там психологи, дефектологи работают с нашими детьми. И мы занимаемся вопросами, скажем так,
предварительной подготовки детей, выхода их на учебное поведение, чтобы эти дети могли пойти или в интернат, наш номер, значит, на Мамайке, который работает с детьми с ментальной инвалидностью, или же пойти в обычные школы в зависимости от того, что, какое у них состояние интеллекта, интеллектуальных способностей. Значит, просветительный, значит, в рамках центра мы, у нас работает как культурный центр. У нас работает молодежный сочинский театр, кукольный театр «Кошкин дом», кукольный театр Романа Соколовского. У нас проводятся семинары, у нас проводятся конференции. То есть второе направление – это просветительное. В том числе мы занимаемся сейчас поиском новых технологий в образовании и социализации детей с расстройством аутистического спектра. Поэтому название «Православная Кубань», наверняка, что это направление? «Православная Кубань» – организация, которая существует с 2008 года. Она раньше, как краевая, было место базирования Краснодар, выпускала газету «Православная Кубань» 10 лет, выпустила книжку «Сказки Российской империи», вообще выпускала различного рода литературу и многие годы занималась кинофестивалем наш, «Вечевой колокол» краснодарский, который всероссийский фестиваль православного кино. Мы здесь в Сочи раньше были представителями этой структуры, а впоследствии сейчас перевели ее в Сочи, и теперь она у нас в Сочи находится как базовая, значит, структура краевая, но в городе Сочи. И, соответственно, мы сейчас вот сняли в прошлом году 3 документальных фильма. Один о курсах расстройства с детьми с расстройством аутистического спектра. Мы сняли документальный фильм о Сочинском государственном центре, об их медицинском центре. И сняли фильм о крестном ходе «Князь Владимир», который мы показали вот тоже в Сочи. То есть мы еще стали заниматься сейчас снять документальными фильмами, которые именно связаны... Мы всегда занимались патриотическим воспитанием молодежи и духовно-просветительной, так сказать, деятельностью, скажем так, посвятительной. Кто в вашей команде работает? У нас работает сегодня в команде волонтеры, значит, по разным направлениям, до 40 человек, которые сегодня занимаются разными совершенно вопросами. Вот это и специалисты, то есть дегиптологи, логопеды, психологи. Это артисты, которые театров, которые дают представления для всех жителей города. По субботам у нас работает Сочинский молодежный театр, по воскресеньям у нас 12 часов кукольный театр или какое-то шоу для детей в нашем центре. То есть наша задача была создать такую камерную небольшую площадку, у нас зал всего до 70 мест, в котором можно, вот еще одно из направлений, это мы с Сочинским колледжем искусств хотим сделать программу «Ищем таланты», когда дать возможность выступать молодежи города на определенной на площадке, на которой впоследствии они могли бы выйти, ну, на большие залы. Вот так вот, если коротко. А какие есть программы работы с детьми? Все-таки социализация сегодня во главе угла. Какие педагоги работают, вот, может быть, узкой специальности, как обучаются, значит, они, где они проходят курсы повышения квалификации, значит, чтобы работать с такими детьми? На сегодняшний день в Краснодарском крае, в Сочинском государственном университете прошлой осенью прошли первые курсы повышения квалификации по работе с детьми с расстройством аутистического спектра, по диагностике и коррекции. Кадров очень мало, кадры единичны. Кадры – это те люди, кто как раньше работали в интернате, которые учились на дефектологов, психологов, логопедов, причем обязательное условие для работы с детьми с расстройством аутистического спектра – это именно знание специфики этой работы. Поэтому очень важно, чтобы люди прошли повышение квалификации или переподготовку. Без этого допускать человека с обычным дефектологическим или психологическим образованием психолога или учителя без знания особенностей можно ребенку очень сильно навредить. И причем проблема в чем? Аутисты зачастую имеют очень хорошую память. И у них есть понятие такое, как различные стереотипии. Стереотипии их могут возникать со второго-третьего раза. Поэтому если ребенку заложить плохую стереотипию в детстве, неправильную, то это может быть на всю жизнь. Поэтому вопросы ошибок работы с такими детьми, они... Ну, архи такие важные, архи сложные. Поэтому задачи, которые мы ставим, вот прежде всего, и будем предлагать сейчас вот губернатору и комиссии по делам инвалидов при администрации, при губернаторе Казанского края. То есть вы хотите на краевой уровень? Вопрос обязательно, а только потому, что все вопросы, которые связаны с аутизмом, это блок
когда у нас работают Министерство социального развития, Министерство образования, Министерство здравоохранения, Министерство культуры. На федеральном уровне, при комиссии, при Голодец, Министерство соцразвития, и туда, оно курирует весь процесс. То есть оно как бы во главе стоит угла этого дела, но при этом при плотной работе с Министерством здравоохранения, образования, мы считаем обязательно культуры, вот по нашему мнению. Поэтому сегодня, вот сегодняшний день, вот в ближайшее время, уже начнет работу рабочая группа при комиссии по делам инвалидов при губернаторе, которая будет заниматься этими вопросами. Которые в том числе сейчас должны будут включены и ряд сочинцев, которые специалисты в этом направлении. Которые, вот, и также краснодарские специалисты, медики и там, те, кто занимается детскими садами комбинированного вида. Поэтому создавая вот такую, то есть задача наша создать краевую систему работы с такими детьми. Потому что на уровне города или там поселков, края это сделать невозможно. Это только должна быть обязательно краевая программа. Так, по крайней мере, делается в Воронеже, сейчас в Новосибирске, Красноярске. То есть в передовых регионах во всех есть программы по работе с детьми-аутистами сегодняшний день. Причем это всего 2 года в этих всех регионах, все эти программы. 2-3 года, не более, существует. Поэтому сейчас мы можем сделать, быть во главе, как бы сказать, в первых рядах краснодарских. Какие новые возможности тогда откроются перед нами, если мы сможем выйти на краевой уровень? Что проще будет, какие вопросы и проблемы решить? А прежде всего вопрос подготовки кадров. Mm-hmm. Потому что мы будем просить там 90% средств, 80% должны идти на подготовку кадров. Аутистам не нужна безбарьерная среда в той форме, как нужна, допустим, там, инвалидам других категорий. Значит, инвалиды, тут нам не нужны пандусы, не нужны какие-то сложные конструкции, то есть не нужны вложения в основные фонды. Здесь нужно вкладывать в людей, то есть нужно вкладывать в педагогов, дефектологов, психологов, логопедов, психиатров. То есть это вопрос повышения квалификации наших людей. При этом надо учитывать такую вещь. Обучая людей в направлении работы с детьми с РАС, то есть аутистического спектра, мы получаем специалистов, которые могут работать, безусловно, и с другими всеми категориями детей. Почему? С проблемами. Почему? Потому что категория РАС – это одна из самых сложных категорий, если не самая сложная с точки зрения по ментальным вопросам. Поэтому, умея работать с самой сложной категорией, с более простыми, работать проще. Поэтому, повышая квалификацию людей на Кубани, именно вот в этом направлении мы поднимем вообще общеобразовательный статус вообще всех специалистов у нас в Краснодарском крае. Ну, я знаю, что еще очень интересные есть методики у вас работы. Это общение детей-аутистов с животными. Как развивается это направление и какие есть возможности сегодня в нашем городе? Значит, они мало терапии. Ну, во-первых, мы, безусловно, имеем уникальные возможности по дельфинотерапии. Значит, по одной из гипотез, она не подтверждена научными методами, но по этому поводу выходят американские статьи и другие, что дельфины оказывают влияние на центры речи, и при природных обстоятельствах у нас есть подвижки, это доказано уже многолетней работой с дельфинами детей, аутистов, что мы получаем положительные результаты. Сегодня у нас есть сочинский большой дельфинарий, у нас есть в Лазаревке дельфинарий, который работает на постоянной основе в этом направлении, в котором работают профессиональные дельфинотерапевты. Вот, поэтому надо в то же самое, если говорить о крае, то у нас есть сегодня и Утрижский дельфинарий в Анапе, поэтому у нас этот блок есть. Вопросы, связанные с ипотерапией, лошади тоже в Краснодарском крае есть. У нас в Сочи работает школа ФК добеженных, в которую приезжают по грантам со всей страны люди сегодня. Приезжают круглый год, целыми группами приезжают и работают в этом направлении. Значит, третье направление – это канистотерапия, работа с собаками. Ну, я предлагаю с канистотерапией наших зрителей познакомить поближе. Давайте посмотрим сюжет. Вот оно, лечение положительными эмоциями. Способ реабилитации с использованием собак называют канистерапией. Метод известный уже несколько веков, явление для Сочи пока новое. Мы попробовали, подобрали собак, которые добрые, ласковые по натуре, которые собаки-компаньоны, и приехали. Детки сначала побаивались, потом просто здорово получилось. Они гладили, они угощали их вкусным чем-то, они давали какие-то команды даже.
даже. Ну, в общем, я не знаю, мне кажется, очень здорово получилось, и мне кажется, это надо продолжать. Потому что успехи есть. Бернский зенон-хунт по кличке Нера в интернате уже постоянный гость. К ней тянутся десятки рук. Одни дергают за хвост, другие пытаются оседлать. Но Нере, кажется, все нипочем. Ее терпению можно только позавидовать. Для канистерапии очень подходит. Вот бернский зенон-хунт, лабрадоры, золотистые ретриверы. Собаки, у которых очень такой большой диапазон души. И вот они очень хорошо относятся к детям. Они любят детей, не терпят, а именно любят. И прощают им очень много. Главное в канистерапии – обмен положительными эмоциями. На занятиях они обычно бьют через край. Проворный терьер Датви и любитель поиграть в мяч лабрадор Маруся. Эти собаки помогают детям развиваться умственно, физически и, что немаловажно, эмоционально, что особенно необходимо детям с аутизмом. Эти малоэмоциональные внешне дети проявляют какие-то эмоции, это уже большой плюс, это уже хорошо. Они начинают прикасаться, они начинают как-то эмоционировать. Это уже очень хорошо, это уже большой результат. Саша Прокофьев – аутист. С помощью четвероногих он не просто познает окружающий мир. Саша учится общаться. В этом и есть одна из главных задач канистерапии – социальная адаптация. Животные, они именно корректируют поведение и вообще какую-то духовность приобретают. Я думаю, что то, что иногда не хватает нам от людей, то есть это бескорыстной преданности, любви. Это все они получат от животных. Польза канистерапии наряду с ипотерапией – это общение с лошадьми и дельфинотерапией – научно доказано. Положительное влияние собак на психику человека отмечают ученые во всем мире. В Сочи занятия с пушистыми четвероногими теперь будут проходить регулярно. А это значит, что шанс стать пусть не здоровее, а хотя бы чуть более счастливыми есть у десятков детей с особенностями развития. На сегодняшний день пока у нас есть, скажем так, люди, кто хотели бы этим заниматься, но у нас нет подготовленных канистерапевтов. И мы ведем переговоры, в том числе там, со структурами московскими, главным кинологом России, чтобы можно создать здесь курсы повышения квалификации по работе с канистерапевтами 108 часов. Но волонтеры есть, они помогают, я знаю, да? Волонтеры есть, но дело в том, что... Которые приводят своих собак, я имею она, в виду. Она, эта работа, она не системная. Дело в том, что опыт показывает вот, у нас работа с детьми, что работа с аутизмом должна быть только системная. Потому что вот у нас от той собакой, допустим, человек работал, потом у нее возможности не стало, перестали ходить. А для детей это неприемлемо. Если они привыкают к чему-то, то есть им нужна какая-то постоянная система. Любые каникулы, они выбивают сразу вот из седла, что называется. Потому что есть забывание процессов, к сожалению, там еще кое-что. Ну, то есть это связано уже с свойствами личности определенными. Возможно ли в перспективе детей-аутистов посадить за парту с обычными детьми? Я говорю об инклюзивном образовании. Или мы можем только сегодня их развивать и на базе вот таких специализированных центров, как вам кажется? Нет. К этому мы можем прийти? Нет. Дело в том, что специализированные центры предназначены для чего? Для того, чтобы подготовить ребенка пойти в обычную школу или пойти, допустим, в интернат работать. Значит, такие центры, как наш, это дополнительное образование или воспитание, может быть, только. Основа должна быть государственная система образования, которая сегодня существует. И по законодательству России с 1 сентября все школы обязаны быть готовы к этому вопросу, к приему детей с инвалидностью. То есть у нас вопросы инклюзии теперь, они с 1 сентября уже становятся в качестве законодательных обязанностей. Другое дело, что мы как родители понимаем, что если сегодня, допустим, невозможно выучить всех там, преподавателей младших классов, которые пойдут такие дети. Поэтому мы ставим вопрос, каким образом. Если у нас в следующем году 8 детей идут с аутизмом в школы, то, соответственно, 8, это если 8 классов, то 8 преподавателей в состоянии город и обучить, чтобы эти 8 человек имели представление и понимание, как с такими детьми работать. А также психологи. Поэтому если каждый год, грубо говоря, там 8-10 детей будет идти в школы, там 5-10 детей в интернат, то есть у нас от 20 до 30 человек ежегодно появляется новых детей с расстройством аутистического спектра, это которые имеют инвалидность. А сколько у нас вообще их, вот мы цифры сегодня по Краснодарскому
Крайнему краю 1100 детей по реестру, в Сочи более 120 детей, но это те, кто имеют инвалидность. Надо учитывать, что часть родителей из-за того, что они не понимают масштаба проблемы или им не вовремя ставят диагноз, например, детям, они не идут за инвалидностью и надеются, что они, как говорят, завтра заговорит. Да, приходит ребенок там в 4 года, в 3, он говорит, ничего страшного, он поздно заговорит. А в результате они сталкиваются с этой ситуацией уже позже, там 6-7 лет, и проблем. Поэтому пытаются каким-то образом там лет до 10 этот вопрос не решать. А потом проходит сензитивный тот период, когда надо все решать, и, к сожалению, после этого появляются проблемы. Поэтому, в принципе, можно, если так оценивать, 1% населения – это аутисты в среднем в мире. То есть в мире 68 миллионов аутистов, в России 1,4 миллиона. Вот если мы говорим о Сочи, если у нас сегодня население там 470 тысяч, то 1%, вы можете посчитать, количество реально таких людей. Очень много есть высокофункциональных аутистов с синдромом Аспергера. Это те, которые зачастую они очень часто работают системными администраторами. Вот, потому что это люди, которые... У них блестящий интеллект зачастую, но существует проблема определенной социализации. Но так как раньше это не диагностируется, они никогда и не знали, что они аутисты. Вот. Но это никакого отношения к этому сути не имеет, потому что с точки зрения для таких людей, потому что наличие блестящей памяти с точки зрения работы замечательно. Другой вопрос, у этих людей зачастую бывают проблемы с коммуникацией с другими. Поэтому я бы призывал всегда, когда ты встречаешься с таким человеком, просто надо понимать, что у него есть определенные свойства личности, вот. Но это не отменяет его высокопрофессиональности. Просто с ним надо немножко по-другому общаться. То есть надо учиться просто общаться с такими людьми. Но все-таки, а как повысить тогда компетентность родителей? Вот с чего нужно начинать? Может быть, с поликлиники? Какие-то памятки для родителей? Как распознать первые признаки? Вот с чего нужно начинать для того, чтобы обратиться? Как раз сейчас в этом направлении мы сейчас по системе здравоохранения, ЭМС, мы просим их, чтобы были разработаны именно такие простейшие памятки, которые при этом, эта работа уже ведется, то есть сегодня здравоохранение начинает проводить семинары для педиатров. Значит, задача какая? Вообще, если у человека появляется такая проблема, он должен прежде всего, он идет к кому? Педиатру, да, первый шаг. Да. Педиатр должен увидеть какие-то вопросы, связанные с отклонениями, которые вызывают у него вопрос. Если у него появляются такие вопросы, он должен направить сразу же такого ребенка к неврологу и психиатру. Значит, почему-то люди боятся вести ребенка в год к психиатру, боясь, что что-то потом, это сегодня у нас там не 30-е годы, поэтому бояться не надо, надо просто привести и посмотреть. Если вопрос не стоит, он снимется на всю жизнь. Но если вопрос стоит, чем раньше займутся таким ребенком, тем больше вероятность, что его к 7 годам уже смогут социализировать и вывести на нормальный учебный процесс и социализацию. Значит, соответственно, идет невролог-психиатр. Если они смотрят и в этом, параллельно же, для заключения психиатра нужно еще заключение клинического психолога. Поэтому подключается одновременно, проблема аутизма именно заключается в том, что одновременно нужно соединить образование, здравоохранение, социальную систему. Вот только три блока они могут с таким ребенком работать. Поэтому сложность именно этой категории заключается в том, что нужно создать межведомственное взаимодействие. Это одна из главных проблем, с которой сегодня мы в Сочи начинаем, скажем так, справляться. То есть вот у нас сейчас прошел круглый стол администрации, университета, уполномоченной по правам ребенка Татьяны Федоровны Ковалевы, родительских сообществ именно по этой проблеме. И вот мы этот первый круглый стол провели 26 февраля. И сейчас на основании этой резолюции сейчас будет выстраиваться система. И, скорее всего, мы проговорили, что такие круглые столы, раз в 3-4 месяца мы будем проводить в городе уже тематически. Это был общий круглый стол, а теперь мы будем проводить тематически по здравоохранению, по образованию, по социальной сфере. Таким образом, те вопросы, которые будут ставиться родительским сообществом и специалистами, они будут постепенно решаться. Тут надо просто понять, какую вещь. Я для себя понимаю, наше общество, что невозможно решить проблему мгновенно, как мы этого не хотели, поэтому нужно решать ее постепенно, но пошагово, но совершенно четко. Ну и в завершение хотелось бы подвести итог нашей беседы. Какие все-таки остаются сегодня проблемы и какие достижения основные вы бы могли сегодня озвучить? Достижение – это единственное достижение, я считаю, что проблема сегодня поставлена на, по крайней мере, общегородской уровень вынесена.
обсуждают, значит, структура здравоохранения, образования понимает, что это есть проблема. Значит, а проблема в чем заключается? В этих же структурах сегодня нет подготовленных кадров. И нет сегодня в условиях кризиса, нет возможности сегодня находить средства на то, чтобы учить людей. Поэтому мы хотим выйти с предложением губернатору для того, чтобы создать краевую программу по работе с детьми с расстройством аутистического спектра и в рамках этой программы обеспечить прежде всего финансирование, повышение квалификации кадров во всем крае. И в городе Сочи в том числе. При этом надо, учитывая то, что у нас есть университет, и в нем есть кафедры и дефектологии, психологии, педагогический блок весь, который сегодня в этом направлении работает и уже многие годы осуществляет повышение квалификации, переподготовку. То есть мы понимаем, что, конечно, одной из площадок в крае это может быть, соответственно, город Сочи в этом направлении. Тем более, что за счет климатических условий и биометодов, которые можем соединить мы вот именно с подходами этими, мы можем, конечно, стать передовой структурой. В течение нескольких лет Сочи может выйти как третья площадка. Вот Москва-Питер, Сочи может стать третьей площадкой в стране по работе с детьми с аутистического спектра. При этом это возможность загрузки в межсезонье, с учетом, что, как мы говорим, аутистов 1,4 миллиона в стране, то мы можем в межсезонье ставить вопросы по загрузке средств размещения. То есть, если мы эту программу разовьем, она может приносить в том числе и доход тогда, в принципе, в Краснодарский край за счет этой категории людей. Потому что зачастую оплату за них ведут фонды различные, поэтому финансовые средства у фондов есть на эти цели, которые работают с детьми-инвалидами и с различными такими категориями людей. Поэтому это в перспективе может стать доходной частью бюджета Краснодарского края, если эту грамотно программу развить. Ну, я надеюсь, что в крае поддержат программу, потому что начинания замечательные. Хочется пожелать вам успехов в вашей прекрасной работе. Спасибо. Помощи детям-аутистам. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был председатель правления Краснодарской краевой общественной организации «Просветительный медиа-центр «Православная Кубань» Владимир Рябцев. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире.